10 секунд до старта. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Детка на грибах. На две штанги. И это сливается под подлодку. И? Две участницы, два лидера сейчас, Таня и Ира. Ира прошла лодку и разворачивает. Они вместе прям в метр. Доску! Они хотят доску! Таня едет прям по горам, по стропам учеников. Надо же сюда попасть, внутрь. Ира сливается. Да, Ире пришлось развернуться, чтобы слиться вниз по ядру. Таня! Мы поприветствуем чемпионку! Победительница, наконец-то, Таня Ващенко! Я так рад, что участница соревнований Вирекс Андрейс наконец-то становится победительницей. Браво! И Ирина Новожева, второе место! Так, и третье место, где у нас? Поприветствую Оксана Стешина, третье место! Молодец! Слов нет. Как ощущение? Ой, классно. Горжусь собой. Попахивает дисквалификацией. Такой хайк нам не нужен. Вот они, тропики. Один сейчас между других строит. Вот они, чемпионы. Интрига до старта. Продолжение, продолжение. Так, у нас будет финал сегодня или нет? И мы продолжаем. До старта остается 30 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ну вот это плотность. Серьезная борьба. Понесло чуть-чуть, понесло. Видишь, теперь не понимаешь, что делать. Видишь? Да, да, да. Нашел насыпа, на него прям кайф. Видишь? Завершение нашего чемпионата. Сейчас у него хуже. Опять кайф. Сейчас шанс. И слышим выключен. И приветствуем победителя Вирекс Андрейс. Алексей Ивакин, второе место! И третье место перешагивает! Ну и, соответственно, четвертое место Валера Киселев, который сейчас скоро перешагивает. Итак, поздравляем победителей! Вирекс Андрейс, 2015!